космического времени суток. С вами Виджевери, и это моя скромная рубрика Play Android, где я рассказываю о тех или иных Android-играх, которые мне довелось поиграть. В этот раз я расскажу вам про такую игру, как Paralyzed. История о двух сестрах, красной и синей, одна из которых завидовала другой, потому что та вроде как лучше и цвет у нее приятнее. В итоге завистливая красная девочка сталкивает свою сестру с качелей, из-за чего ту парализует. И далее нерадивая сестра пытается исправить свою ошибку и помочь синей сестренке, вытащив ее из этого состояния. И сделает она это с нашей помощью, пройдя вместе с сестрой через множество препятствий. Это довольно сложный платформер, хотя по сути нам всего-то лишь надо двигаться в определенную сторону, избегать препятствий и менять девочек местами в зависимости от того, через какую по цвету сферу им надо пройти, но чем дальше, тем сложнее это выходит, потому что в каждом новом уровне появляется что-то новое. Темп убыстряется, сфер становится больше, и надо все делать быстро и точно. Так что придется немного напрячься, чтобы пройти все уровни. Но так даже интереснее, ведь если бы это все было просто, то кто бы захотел это проходить раз от раза? Разница между девочками не только в цвете, но и в размере. Поэтому синей гораздо проще пробегать там, где что-то мешается, потому что она меньше. А еще она довольно высоко прыгает. Красная же в основном просто пробегает через красные сферы, а во всех других случаях приходится менять ее с синей. И я даже начала понимать, почему же красная ей так завидовала. Но это все равно не повод пытаться убить сестру. Графика здесь неплохая, музыка вполне гармонично сочетается с картинкой. Тормозов не замечено ни на одном устройстве, даже на самом древнем. Так что играть хоть и сложно, но вполне приятно. Изначально эта игра была платной и стоила где-то 200 с чем-то рублей, не помню точно. Но сейчас в Google Play она бесплатна для установки. Однако это подразумевает, что внутри напихана неимоверная куча рекламы, так что если вы вдруг решите запустить игру с включенным интернетом, то приготовьтесь к тому, что даже в середине уровня вам может выскочить длинная реклама какого-нибудь казино, которую невозможно просто так пропустить. Можно, конечно, купить чего-то там, чтобы открыть все уровни и убрать рекламу, но я считаю, что гораздо проще взять и отключить интернет перед запуском. Удастся ли красной спасти свою сестру и искупить грехи за попытку от нее избавиться, вы узнаете, если пройдете эту игру до конца. И кстати, если игра вам понравится, то довожу до вашего сведения, что эта же игра есть и в Стиме, там она стоит 99 рублей. Так что можно поиграть и на компьютере. Ссылки на игру как в Google Play, так и в Steam есть в описании под видео. Ну а пока что на этом все. Большое спасибо за просмотр. Удачи вам в жизни и до свидания.